25 сентября в музее Алабино откроется новая выставка «Артмост». Посетители Самарского областного историко-краеведческого музея увидят работы четырех самарских художников – Владимира Терехина, Константина Пастухова, Дмитрия Мантрова и Анфисы Доброходовой. Организаторы рассказывают, название для художественного события выбрано не случайно. Это мост между вторым русским авангардом 60-80-х годов и концептуальным искусством 21 века. Между эмоциональной и немного дикой страной начала 90-х и обновленным российским обществом. Это мост, объединяющий людей, мотивирующий их двигаться вперед, преодолевая самые сложные разногласия и преграды. Это мост между авангардом и концептуальным искусством сегодняшнего дня. И мы даже такое поставили перед собой, ну как бы лозунг, не лозунг, что время инвестировать в русское, вот в российских русских художников, с тем, что ну, у нас в России полно замечательных людей, как бы безумно талантливых, одаренных.